Чемпионат мира среди медвежатников. Значит, зал. Ну, знаете, кто такие медвежатники, да? Те, кто грабит банки. Зал, где сидят участники соревнований. Сцена, на сцене огромный сейф, в сейфе 10 миллионов долларов наличными. Значит, по условиям команда должна сейф вскрыть в течение 10 минут, причем в полной темноте. Выходит первая команда из города с такой серьезной, тяжелой криминогенной ситуацией, Рио-де-Жанейро. 10 человек. Значит, судья нажимает на кнопочку, гаснет свет. 10 минут прошло, нажал на кнопочку, свет зажит. Все стоят усталые, рукава закатные, сейф не открыт. Выходит вторая команда из Марселя, тоже 10 человек. Гасит свет, проходит 10 минут, все мокрые, потные, сейф закрыт. Выходит третья команда с Одессы, 2 человека. Выключили свет, проходит 10 минут, судья нажимает на кнопочку, свет не зажигается. Он опять нажимает на кнопочку, не зажигается. Долго так померил. И вдруг в тишине такой громкий шепот. Алло, Сёма, мы подняли 10 лямов зелени. На кой тебе сдались эти лампочки?